Добрый вечер. Вы смотрите прямой эфир на телеканале «Видное ТВ». Сегодня у нас в гостях Александр Андреевич Цымбал, председатель избирательной комиссии Ленинского района, и Станислав Сергеевич Оловников, представитель будущей молодежной избирательной комиссии. Добрый вечер, уважаемые гости. Александр Андреевич, наверное, первый вопрос все-таки к вам. Нас ожидают в ближайшее время выборы, я не знаю, весной или летом. Вот, пока нет никакой информации, поэтому я бы хотела, чтобы вы все-таки рассказали жителям нашего района, когда же все-таки. Ну, я, во-первых, очень признателен вам за то, что пригласили на эфир, потому что действительно очень вопрос серьезный и необычный. Вы знаете, что в нашем районе, да все и избиратели уважаемые знают череду каких-то событий, которые каждый оценивает по-своему, дают внутреннюю оценку по внешним каким-то факторам. А, как говорят, правда у каждого своя, а истина она одна. Так вот, да, у нас сейчас будут проходить выборы, прямые выборы главы нашего района. Выборы будут, скорее всего, наиболее вероятно, где-то ближе к концу августа, апреля. И, ну, наиболее вероятная дата — это 26 апреля. Но это еще не точно? Вы знаете, нет, я могу сказать, что мы в очень жестких рамках. Вот с момента тогда, когда освободилось место, вакантное место стало главы района, законом предусмотрено полгода. Вот в течение этих полугода должны состояться, пройти голосование. Дальше отодвигать нет смысла. 26 апреля – это последнее воскресенье. Раньше по срокам мы не можем назначить. Вот у нас получается, что назначают выборы Совет депутатов района, они прорабатывают этот вопрос. Я думаю, что будет 26 апреля по тем расчетам. Наша комиссия подготовила уже календарный, детальный календарный план на проведение выборов, так что мы готовы в этой части. То есть как идет подготовка именно к самим выборам? Подготовка к участкам? Я понимаю вас. Вы знаете, вот можно сказать так, что поскольку еще выборы не назначены, и я могу себе позволить несколько отвлечься от тех сугубо уже тех обязательных событий, которые обычно я отражаю и рассказываю о них на эфирах, чуть-чуть посвободнее. Да, мы сейчас работаем, очень много ведется работы по стабилизации избирательных участков, потому что, вы знаете, у нас произошли большие изменения в застройке. К сожалению, часть людей, которые приобрели жилье в нашем районе, они не проживают здесь, просто зарегистрировались, и все это неактивная часть общества. Это минус такой, но надо как-то, у каждого, собственно, ну, каждый человек для своих каких-то целей приобретал жилье. Но, тем не менее, у нас есть изменения и по границам участков, и изменения по составу участковых избирательных комиссий. То есть будут нововведения в этих выборах? Как нововведения? Нет, это не нововведение, это просто мы, скажем так, адаптируем вот к реальностям сегодняшнего дня, на момент назначения выборов, когда будут назначены выборы, границы избирательных участков, чтобы они не вышли за 3000 избирателей. И, соответственно, участковые комиссии, которые под эту численность должны быть сформированы. Номера есть, в комиссиях идет очень большая ротация. Это вот тоже наша задача. Мы сейчас занимаемся этим. Ротация вызвана чем? Что идет миграция населения, комиссии созданы на 5 лет. Если раньше, когда-то по прежнему законодательству было, мы избирали комиссию, создавали комиссию на 3 месяца на проведение выборов, то сейчас они созданы на 5 лет, а люди меняют место работы, кто-то уходит, увольняется, вообще из района выбывают. Поэтому создан резерв, и мы из этого резерва компонуем. Но и резервы по некоторым участкам уже исчерпаны. Поэтому, как только будут объявлены, назначены выборы, пройдет объявление, то тогда будет одновременно вступит такая норма, что мы будем формировать, добирать. Об этом будет в газете опубликовано, вот, пользуясь случаем, я тоже говорю, будут опубликованы условия, на которых мы будем формировать резерв к этим участковым комиссиям. Потому что сейчас по некоторым участковым комиссиям этот резерв исчерпан.
Это касается и партийной составляющей, это и касается, прежде всего, составляющей, которая идет, ну, там мы обязаны 4 парламентские партии представлять в комиссиях, вот, а кроме того, есть вот представительство избирателей по месту жительства, учеба, работа, вот такие. Это очень сложный и такой постоянный процесс, вот мы почти 15% состава участковых комиссий уже заменили. А сейчас еще на столе лежат у нас заявления, еще примерно, ну, может быть, процентов 5 от тех число, от общего числа членов участковых избирательных комиссий. Александр Андреевич, а вот ваша оценка действия прошлого состава избирательных комиссий, то есть возможно ли что-то еще изменить? По сравнению вот с прошлыми выборами, например. Я вот могу сказать так, абсолютно искренне, и я уже говорил тогда, когда у нас заканчивались те выборы в 2013 году, большие были выборы, очень сложные. Работа участковых комиссий, всех комиссий, я считаю, что мы довольны были, вот, как вышестоящая комиссия или комиссия, которая организовывала эти выборы. Были какие-то отдельные сбои, были нарекания, обоснованные, но нарекания, они от одного человека, от двух, от пяти, от десяти. А приходят голосовать сотни, тысячи на некоторых участках. Поэтому в целом мы считаем, что выборы прошли. Без огрехов, конечно, не бывает. Но огрехи большей частью технические. Потом они иногда бывают провокационные со стороны наблюдателей, со стороны оппонентов друг другу, кандидатов. Такие. Но они не принципиально не влияют на вектор направленности выборов. Это техническая работа, которая... Но мы стремимся, чтобы даже этих огрехов не было. И я вот уверяю вас, уважаемые избиратели, что мы постараемся сделать все, чтобы были выборы порядочные, честные, заинтересованные. А вас я и сейчас, и в конце обязательно, как по традиции, приглашаю обязательно прийти на выборы. Каждый голос — это ваша лепта в развитие, в стабилизацию ситуации и в районе, и в развитие будущего всего района. Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то прогнозы активности избирателей? Вообще какие-то ожидания? Информация? Здесь очень много факторов. Это все будет зависеть от того, от самих кандидатов, во-первых. Ну, есть такие объективные причины, которые от кандидата в меньшей степени зависят. Это время проведения выборов, это подготовка всех наших служб, все остальное, чтобы люди не видели. Ну, часто переносится, знаете, как, допустим, нет воды в кране, значит, я не пойду голосовать. Ну, это принцип такой, бабушка чихнула, ракета полетела. Это нет прямой связи. Хотя я уважаю любое мнение людей и избирателей, и считаю, что они имеют право делать привязку. Вот нет воды, значит, плохая власть, или неприемлемая на данном этапе власть. В этом есть доля истины, и довольно-таки большая. Но выбираем-то эту власть мы, избиратели, прежде всего мы. Вот я никогда не устаю. Опять скажу, что чем больше придет людей, тем объективнее будут представительства. Тем более, ну, скажем так, корректнее будет избранник наш. А то, что будет избран человек, я думаю, что... Тот, который пойдет, чтобы он себе отдавал отчет, что он несет бремя не только своих амбиций, а бремя, ну, наказов всех нас. Исполнения наших желаний, да. Так вот скажем. Да, да, надеемся, Наталья, наши, да, телезрители услышали вас. Спасибо. Так, Станислав Сергеевич, переходим к вашему вопросу, очень интересному. Да. Насколько мне известно, во всех районах создаются молодежные избирательные комиссии. Но как-то здесь разделилось. То есть в некоторых районах уже созданы, насколько я знаю, давно, наверное, они уже действуют. А в некоторых нет. Вот наш район относится к какому числу? В нашем районе на данный момент территориальная молодежная комиссия не организована, но ведется работа по ее организации. Непосредственно сама комиссия, она, молодежная комиссия, организуется при территориальной избирательной комиссии района, действует на общественных началах. Сама цель этого — активизация участия населения
особенно молодежи, при социально, ну, при общественно, при участии для вовлечения вот молодежи в социально-экономическую, политическую деятельность. То есть, чтобы молодежь участвовала в процессах. Да. То есть к этим выборам уже практически все готово? Подготавливается. Ну, на территории района 7 поселений. Было бы неплохо, чтобы в данной комиссии участвовали представители всех поселений, молодежь и общественные организации, молодежные организации, также принимали активное участие. Так, а какой состав будет у этой комиссии? Состав будет закреплен, численность и состав будет закреплен положением. Положение должно утвердить территориальная избирательная комиссия. По итогам будет проводиться работа в рамках положения, в рамках возложенных функций. А проходят ли какие-то форумы, семинары? Это все будет по итогам утверждения положения. Соответственно, все предложения, рекомендации будут выноситься на общественное обсуждение. То есть, а сейчас если только еще все формируется. То есть, можно прийти кому-нибудь, да, вот кто захочет участвовать в этой избирательной конечно, комиссии? Конечно, все, да? Все заявки. Можно, то есть думаю, можно еще подавать заявки? Да, можно подавать заявки. Я думаю, их можно подавать вот в территориальную избирательную комиссию к Александру Андреевичу. Да, я просто немножко разовью отдельные аспекты. Вы извините, что я не то что вторгаюсь, просто я хочу сказать, что это очень существенная помощь будет для организации всех выборов. Почему? Потому что молодежь — это тот наш золотой фонд, может быть, традиционные слова, но тем не менее это действительно так. Это как раз та изюминка, которая позволяет будущем, то есть будущее зависит от этих ребят. И вот по нашим, я статистику так уже, вот мы обменивались со Станиславом и перед эфиром, и раньше. Я очень рад, что он осознанно принял такое вот решение возглавить все эти работы именно по общественной линии. Вот так вот мы обменивались мнениями на предмет того, что у нас примерно избирателей чуть-чуть в районе 1/3, иногда даже побольше бывает людей, тех, из которых приходят голосовать, это вот молодежь, будем считать, от 18 до 33-35 лет, а приходят голосовать, к сожалению, очень мало из них. Потому что есть какие-то свободы, свобода изъявления, потом заботы какие-то, желание утвердиться в жизни. И вроде это откладывается на потом, а потом, когда приходит, тогда уже поздно спохватываться. И я вот думаю, что вот мы обменивались мнением, очень много хороших таких здравых предложений есть со стороны, даже именно личные такие инициативы, связанные с проведением и работой молодежной комиссии. Процесс этот у нас, к сожалению, в районе несколько затянулся, но я считаю, что важен результат. Важен результат. По всем прогнозам, если вот нас услышат и поселения своих представителей, нас, а вот и инициативную группу, которую представляет Станислав, то мы сможем создать очень эффективную по своей значимости и работе молодежную комиссию. Где будет проводиться собрание вообще? Есть какое-то... Это не имеет значения, где. Это, в принципе, это же не юридическая, это общественная организация. И вот мы хотим, вот у нас совпали взгляды о том, что это должно быть в большей степени наша методическая с комиссией такая помощь. И не руководство даже, а помощь, а взаимодействие. А вот сама работа, текущая работа, цели, которые ставятся, методы этой работы, это все будет исходить от комиссии и вот от молодежной комиссии. И я думаю, что такой здравый подход, по крайней мере, вот с теми людьми, которые я потенциально знаю, изъявляют желание или будут из некоторых поселений уже, они заслуживают большого внимания. Ну, может быть, и молодежь действительно подтянется, может быть, это заинтересует. Думаю, что да. Это смена наша. Наша смена. Да, вот.
У нас есть вопрос, будут ли проводиться выборы среди молодежи? Есть ли какие-то проекты? Вот нет, ну здесь, во-первых, ну, я могу понять двояко этот вопрос, что молодежь будет участвовать в выборах, а отдельные какие-то выборы, если будут какие-то, посчитают они, что им нужен свой, скажем, ну, свой совет депутатов среди молодежи, это их право. Они могут это сделать. Какие функции? Да, пусть подпишут договор, конвенцию о согласии с нашим большим советом депутатов района, что часть вопросов они берут на свое усмотрение, тогда нужно будет, может быть, и что-то выбирать. Какие-то молодежные, внутренние, да, но напрямую в законодательстве не установлена норма молодежной избирательной комиссии. Это вот такая позитивная, положительная инициатива структуры, существующей структуры избирательных комиссий. ЦИК, комиссии субъектов, муниципальные комиссии, территориальные комиссии. Но опыт пока еще небольшой наработки. Но там, где работают творчески, и где вот с такими принципами, которые мы обсуждали и со Станиславом, и он, собственно, и пришел с ними, с такими предложениями, то они внушают у меня оптимизм, и очень большой оптимизм. Александр Андреевич, у нас вот есть сюжет как раз в продолжении этой темы. Молодежный. Да, молодежный, про старшеклассников. А-а-а. Такая проходила интересная олимпиада по избирательному законодательству. Давайте посмотрим. Вы тоже принимали участие в этой олимпиаде. Расскажем сказку вам, друзья, а сказку непростую. В одной стране одна семья сегодня голосует. С утра спешат все во дворец, ведь там голосование. Уходят мать, сестра, отец, чтоб все без опозданий. Так началась читка сценария командного представления на областной олимпиаде. Романов Игорь, учащийся 10 класса 7 школы, победитель различных конкурсов, проводимых в районе. В прошлом году он впервые принял участие в олимпиаде по избирательному законодательству. У нас было два тура – командный тур и индивидуальный тур. Индивидуальное первенство предполагает выполнение тестовых заданий по курсу. В качестве примера могу привести вопрос. Допустим, спрашивается, какие цензы устанавливает российское законодательство? На какой срок избирается президент Российской Федерации? Варианты ответа, гипотетически я говорю, 4 года, 2 года, 6 лет, 10 лет. Мы выбираем 6 лет. На 6 лет избирается президент. Таня Баскакова – ученица второй школы в составе команды Ленинского района. Она выиграла муниципальный этап соревнования. Мне запомнилось больше всего последнее задание – это эссе, где можно было выбрать любую тему. И я писала о том, что каждый человек должен сделать свой выбор, иначе он будет недоволен результатами выборов. Команда ребят, которые в этом году будет представлять наш район на областной олимпиаде, состоит из 5 человек из разных образовательных учреждений муниципалитета. Перед учащимися стоят непростые задачи – продемонстрировать знания по избирательному законодательству, показать свою команду творчески и интеллектуальной. У нас будет сказочная постановка, но основанная на реальных событиях. Вот. Мы надеемся, что мы выступим хорошо. Вот. Мы будем пить. Будем танцевать, будем говорить слоганы, речитативы. Ну и думаю, что в комплексе это будет выглядеть, в общем, хорошо. В обсуждении сценария подготовки к олимпиаде принял участие и Александр Андреевич Цымбал, председатель избирательной комиссии Ленинского района, который разъяснил ребятам цели и задачи, стоящие перед ними. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ. Александр Андреевич, какое интересное мероприятие проходило. Да, вы знаете, расскажите, пожалуйста. Я могу только одно сказать, что я очень доволен был результатами, которые ребята, вот два, и Татьяна, и Игорь, они выступали в прошлом году, и они дошли до хорошего уровня, были призерами. Поэтому и у них такой интерес появился, и задор, и мне тоже это нравится. Это очень интересно. Да, и, вы знаете,
неформальный подход. Вот что мне больше всего нравится, что неформальный подход и заинтересованный. И, конечно, большая помощь со стороны, да, собственно, организаторами и проведением, это занимаются педагогические коллективы нашего района. Я в данном случае просто как там иногда в роли судьи, иногда в роли эксперта, иногда в роли подсказчика при подготовке выступаем. Но это интересно работать. А знаете, что больше всего меня вот прельщает во всем этом? Серьезность отношений ребят. Вот при внешней такой веселости, поведении, там все, это серьезность отношений. И понимание их значимости того, что есть. И я думаю, что это как раз вот вкупе с тем, с молодежной нашей избирательной комиссией и вот школьная олимпиада, это все как раз те маленькие ступеньки, которые позволяют, позволят и позволяют уже нам активизировать и общественную жизнь, и понимание, авторитет людей друг перед другом, и самое главное, значимость выборов. То есть, а это будет проводиться регулярно, такие олимпиады? Это вторая олимпиада, вторая они уже общероссийские будут в прошлом году. Вот сейчас у нас третий тур будет, он пройдет в Домодедово, ну, кустовое такое, скажем, межмуниципальное называется. По результатам его от области будет уже областное первенство, и потом уже будут проходить по результатам его следующий тур по, так сказать, ну, на уровне почти России. Я слышала, областная молодежная комиссия будет проводить какие-то конкурсы рисунков даже для младших школьников. Ну, это тоже это... вот инициатива. Вы знаете, что в этом интересно, что, ну, скажем, стремление и Центральной избирательной комиссии, и вот избирательной комиссии Московской области, и мы поддерживаем во многом это в принципиальном подходе, что формировать какую-то общественную активность, начиная уже, может быть, даже с каких-то таких поступков. И вот сейчас будет проходить конкурс, там уже не олимпиада, а олимпиада — это старшеклассники. По два человека от девятых классов, два человека от десятых классов, два человека от одиннадцатых классов. А сейчас будет проходить конкурс тоже в трех возрастных группах. Конкурс называется «Выборы глазами детей». Там будут и свои призы. И вот, пользуясь случаем, я хочу обратиться и к родителям, которые являются нашими избирателями, и к людям, которые ведут какие-то занятия со школьниками, с детьми. У нас три группы. От 7, от 7 лет до 14, нет, до 10. От 10 до 14, от 14 до 17 лет. Вот такие три возрастные группы. А для всех школ будут? Это по району. Вот мы должны до первого этапа, до первого этапа школьный как раз. А второй этап будет уже такой вот межрайонный уровень. Вот мы просим, сроки очень сжатые, дается всего, ну, потому что здесь можно нарисовать сейчас, заранее. Если есть какие-то рисунки, которые не участвовали ни в каких конкурсах, ну, имеющие какую-то тематику свою, связанную с выборами, ну, само название. Выборы глазами детей. Да. Это, я считаю, что неплохо. Хотя вызывает улыбку у ряда людей, которые слышали это. У меня тоже первоначально это вызвало улыбку. Но, с другой стороны, это что-то новое. Растить новое и растить нужно сначала. Да? Это интересно. Вот. Так что я буду рад очень, чтобы это состоялось. Вот такая ступенька, ну, я могу просто, может быть, не то чтобы общить, а сказать, так соединить воедино результаты голосования, цели, которые будут, результаты голосования по прошлым выборам, и вот цели, то, что мы хотим активизировать, и пока еще нет таких более конкретных эфиров по выборам, вот мы поставили цель на сегодняшнем эфире как раз показать вот этот стержень, что мы делаем ставку на молодых. На молодежь. И в выборных делах, и, наверное, я знаю, что и губернатор наш, и в районе сейчас тенденция такова о том, чтобы как можно шире и интереснее привлекать, заинтересовывать молодых людей, созидать. Не вносить разногласия, объединяться, созидать. Тем более, что ситуация, вы сами видите, для страны достаточно... Такая противоречивая и сложная.
Станислав Сергеевич, а молодежная избирательная комиссия будет участвовать в этих программах со школьниками? Будет принимать участие. Хорошо, спасибо большое за информацию. Давайте перейдем, наверное, к ответам на вопросы наших телезрителей. С удовольствием. Потому что поступают вопросы. Расскажите, пожалуйста, что такое серые лошадки на выборах и кто их выставляет? Вот такой вопрос от нашего телезрителя. Ну, вы знакомы с таким термином? Нет, я с таким термином не знаком, но могу логически подумать, что серые лошадки – это те заместители или там дублеры, или стажеры, или оппоненты, которые, ну, которые в случае, если основной провалится, будет этот человек. Ну, я отношусь это как элемент... Не мы открыли, не в нашей стране это родоначально. Это принцип всех выборов. Во все времена был такой. Только что, ну, он должен быть честным, порядочным. И люди, которые идут на это, и первое лицо, и вот, я не хочу даже называть это слово, дублер его, они должны быть нормальными людьми. Как вы считаете, есть ли смысл в пропаганде честных выборов среди молодежи? Я думаю, есть смысл не пропаганда, а делать выборы честными. А выборы делаются нашими руками, руками всех избирателей. Честно, это тогда, когда я пришел на избирательный участок, взял в руки бюллетень, проголосовал честно и опустил этот бюллетень в ящик. Вот это честные выборы. А придет молодежь, это будет честный их поступок. Вот я за это. Тогда, когда говорят, я уже как-то даже немного раздражаюсь, извините, иногда, когда говорят, там, нечестно подтасовали, ну, невозможно подтасовать. Понимаете? Можно изменить что-то, там, где-то нахально поступить, какой-то сделать нечеловеческий, нечестный поступок, неблаговидный. Но подтасовать это нелепо звучит. Я, когда прихожу, я остаюсь наедине с своей совестью в кабине. Как я решу, так и будет. И чтобы ликвидировать вот эти вот, ну, такое, знаете, обывательское, в плохом смысле слова, отношение к тому, что все равно там проголосуют как надо. Нет, не проголосуют. Если придет 90%, как в Крыму, так и будет это решение. Куда можно обращаться, если возникнут предложения по работе молодежной избирательной комиссии? Ну вот на данном этапе пока к нам, когда она будет уже оформлена как такая общественная организация, тогда уже будет там... будет председатель, секретарь этой комиссии. Но мы будем, надеюсь, что работать, вот, независимо от того, как построится все взаимодействие, мы будем, наверное, работать в тесном взаимодействии с молодежной комиссией. Так, вот последний вопрос, наверное, который я успею задать. Будут ли проходить прямые выборы главы города Видное? Нет. По закону Московской области... Тот, который был в нашем районе, город Видное выбирает, вот сейчас уже перешел на официально, есть закон о том, что будут выборы главы из состава Совета депутатов. Так, Александр Андреевич, ну, на этом, я думаю, наш разговор. У меня сейчас много желания было сказать. Ну, вы можете обратиться сейчас к нашим телезрителям, я передаю вам слово. Спасибо большое. Далее. Я хочу постоянно сказать, что, уважаемые наши избиратели, дорогие наши люди, которых зависит судьба района, пожалуйста, у нас есть величайшее достижение – это право прийти и сделать выбор. Выбор в пользу того, кому вы доверяете, в пользу тем аспектам нашей жизни, которые вы хотите иметь в будущем. Поэтому, пожалуйста, не забудьте, что когда будут объявлены выборы, мы еще, наверное, встретимся в эфире, но я даже сейчас. Постройте свои планы таким образом, что в конце апреля, как вот я уже сказал, вы могли выбрать время, прийти на участок и проголосовать. Спасибо вам за доверие. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в студию, побеседовали с нами и нашими телезрителями. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания.